научились играть на такой же? Самоучкой. Правда? Здесь институты никакие не помогут. Правда? А как вы вот просто сами купили и сами осваивали? Да. И сколько времени на это ушло? Нет, один день. Один день времени нет, потому что приходится и костюмы народные шить самим артистам. И вот этот костюм вы тоже сами шили? Все сама делаю. Борис, ну вот так вот я из нашего разговора чувствую, что вы очень тяготеете к народному искусству. И мне кажется, даже вот я за вас уже говорю, мне кажется, вы, наверное, испытываете какое-то немалое чувство благодарности вот к тем, кто вам это передает. Когда работаешь на сцене и чувствуешь благодарного зрителя, чувствуешь людей, которые тебе аплодируют. Мне вот часто хочется искренне поклониться и сказать: милые мои, не вы мне должны аплодировать, а я вам. Потому что вы донесли до людей молодого поколения это искусство. Вот особенно, когда работаешь 9 мая, видишь ветеранов, люди сидят вот так с благодарностью, как-то они любят это искусство. Дорогой, в покое будь, не полюблю кого-нибудь, мне тебя милее нет, полюбила я навек. Течет плавно вода в речке, а огонь горит в сердечке. Ростов-на-Дону, Саратов на Волге, я тебя не догоню, у тебя ноги долгие. Возил из города, он слова мне говорил, я теряла голову. Мне на зорьке было слышно, не страдала, я не вышла. Разругался милый мой, на 15 дней со мной, я порассердилась, полгода не мирилась. Вот тебе так! Иди, Ваня, стороною, стыдно мне идти с собою. Не садись со мной рядом, я считаю за позор. Во-первых, тебе не пара, во-вторых, есть ухажер. Спасибо вам, прекрасные частушки. Скажите, пожалуйста, вот свой прогноз можете сказать? Что будет с гармонией, с народным искусством, ну, скажем, лет через 10? Вот будет оно продолжаться, цвести или угасать? Вот ваше наблюдение. Будет гармонь жить. В веках будет жить. Не уйдет? Нет.